Всем привет, с вами Дрони Индрин. И не герой, доброго времени суток. И мы продолжаем проходить Dark Souls, шкаляр. И тише. Сегодня у нас на повестке дня будет король и башня солнца. Выпусти меня нафиг! О, ты прокачал этот? Да. До молний? Нет, где ты увидел молнию? Видимо, они ударили молнию его или как-то, я чуть не понял, мне показалось, видимо. Беги! Беги как никогда! Бегу. Ой! Алон! Черт. У меня тут черепашка. По имени Наташка. Что я тебе сделал? Зачем ты мне кинул стрелу в спину? Хотя это, по-моему, скорее копье, чем стрела. И зачем ты еще раз тянешь? Жечь. А. Ага, нам нельзя туда из-за тебя. Да. Ты какой-то тусклый уже. Потому что маленький мелком. Естественно. Ой-ой-ой. Чуть на плиту не нажал. А, нет, нажал. Все как всегда. Ты там чего откидываешься? Да блин. Так. Шлем алонского капитана. Спасибо, Кэп. Да где мой Эстус? Жесть. Твой Эстус принадлежит мне. Блин, словил все от черепашки, что мог. Ты куда утопал? Черепашку убивать. Черт, он меня с алонами оставил. Алоны, они хоть и быстрые, но они не дамажат, как черепашка. Долг исполнен. Нет, долг еще не исполнен. Тьфу, блин, напугал! Я думал, прилетел какой-то фантом меня выкинуть. Успел я ее ударить? Не, не успел. Жаль. Ты к ней подошел. Меня сбросили в лаву! Именно эта черепашка! Так, подожди, не тут не блочь меня. А я так хотел. А почему вот интересно? Ой, ой, ой. Ой, блин, камера не психуй. Карлова камера. Иди сюда, черепаха бот. Ай-яй-яй. Успел. Ненавижу с черепахами на узком пространстве сражаться. О, нам скоро предстоит еще на более узком сражаться. Блин, ну камера, ты че вообще психованная? Как приятно вновь видеть тебя с УГСом, а не с каким-то убогим рапирой или еще с чем-нибудь подобным. Души! Ой, ой, ой! Ауч. В спину бьет, падла. Нет! Нет! Спасибо, негероид! Спасибо тебе большое! Я не видел же! Спасибо тебе! Я на втором этаже. Ты посмотри только на это! Что? У меня... стоял на цепи твой этот алонский капитан. В смысле? Вот на цепях, которые держат вот эти вот штуки. А. В смысле, он застрял там в текстурах? Да, да. Эй, блин, это Dark Souls. Ты, ты уже наверху? Да. Wait for me! Да блин!
забрал мой репост, я хотел посмотреть урона катаны, блин. А, ну что ж ты никак не человек-то, блин. Ну сейчас будешь проверять. А, на это нем. Тонкий намек на фантома. Да. Собиратель Оливер. Иди сюда, инвалид. А, сантир. С головой быка, лал. Он меня сломал, он мне всю экипировку сломал. Как? Одним ударом. Что о, меч Арти? Арти, в смысле. Он мне, короче, все сломал. Он мне всю экипировку сломал. Ну, блин, ну что такое? Ой, точно, мне же. Я же лечиться не могу! Я его стою, парирую! На. Падла, я не знаю, что у тебя в руках, но ты мне все сломал. Все мои вещи, падла, сломал, это чинить. Еще и ниндзя кулак, блин. Кулак. Блин, да убей ты его. Убивай. Блин. Блин, сколько у него разных-то вещей. Почему приходит? Он мне все сломал? А че он тебе сломал? Он мне всю экипировку и кольца сломал. Чем? Не знаю, он просто. Он что-нибудь кидал? Нет, он одним копьем сантира меня ударил, у меня все сломалось. Может, у тебя просто ты давно на костре не сидел, под эти попадал? Нет, я сидел на костре перед тем, как тебя присумонили. Тогда странно. Ну блин, он. То есть у тебя и оружка сломана. Нет, оружка и... у меня цела, вот вся экипировка, вот вообще вся броня и кольца, по-моему, одно кольцо сломано. Ну блин, а. Да что за игра? Это тупо не боль, это просто читерство. А, не, он мне все кольца сломал, все вообще. Понимаешь? Чем интересно? Одним ударом, вот чем. Не, ну блин, что это за удар интересный такой? Ну блин, разработчики дауны, если не можете сделать сложность, как, блин, в первом Dark Souls, например, эти архивы герцога, черт пойми, куда идти, то хотя бы сделайте честную игру. Они пытаются за счет читов вытащить сложность игры. Не, знаешь, может он чем-нибудь воспользовался таким, интересно. Вот как узнаешь, чем, мне сообщи. Посмотри про этого фантома, наверняка на Вики что-нибудь про него есть. Само собой есть, но блин, это читерство. А ты где? Я не вижу. Я алонских капитанов мочу на втором этаже. На втором этаже? Ну или они меня мочат. Я пытаюсь тебя или найти, я падаю и умираю. Я не могу тебя найти. Ну блин, лестница. Угу. Запомните, люди, проходите это место без фантомов. Да куда ты дошел-то? До своего места, до которого бы я дошел, если бы тут были души. Весь поломанный, все души потерял. Да. Меня убил этот проклятый лучник. Ну и сбросил. Гребаные сраные эти. Да заткнись ты. Не надо. Взял ты тут. Не надо. Тогда в следующий раз будешь специально лететь туда вниз. Не потому что и ты просто. А, это были случайности. Да, это были случайности. Две подряд. Не подряд. Именно на той же платформе.
как неудобно-то. Блин. Вот, вот как надо было проходить. Одному, когда ты знаешь, что никто кнопку не нажмет. О, панцирный доспех. Ай-яй-яй, 30 килограмм. Бесит этот урод! Конец-то! Скотина сраная, из-за тебя я, блин. Ну, замечательно, теперь тут это. Ха-ха, нарезали тебе. Да... Грёбаные лучники! Откуда вы палите? Откуда вы, урода, палите? Пожалуйста, не надо никаких фарлорнов, не надо никаких инвейдеров, не надо никаких мобов. Ну блин. Откуда? Ах ты с... Вращающуюся фигню поставить. Хотя... Если огонь не отключать, то она вообще полезна. Блин, жалко, что огонь врубить заново нельзя. Вот. Вот он, костер моей мечты. Фу. Вот так вот, люди. Пойду фармить заново души. Когда нафармлю, починюсь и уже пойду на своего босса, тогда и увидимся. Так, переключиться на хилки. Где всё. Тут фантом-то? Какой? Ну то они тут фантома все призывали. Видно, еще не обновилось или не поставилось. Не-не-не, тут фантом непись, он где-то здесь есть знак его. А зачем тебе его призывать? Я просто посмотреть хочу. А он, по-моему, там, за углом. Где? Ща, подожди, покажу. По-моему, я там видел его знак. Ща. Вот тут, по-моему. Вот тут. Да, вот он. Охотница за людьми О'Хара. Что за знакомый? А это мы ее призывали. Призывали, знаешь, где? Где пауки? Помнишь? Нет. Мы там, мы ее не призывали, если ты про это. Как ее зовут-то? Ой, про эту. Ну, паучиху-то. Если ты про нее говоришь, что нет, мы не призывали. Разве? Мы туда еще не дошли. Нет, еще мы призывали, когда играли на старой. Нет, там был только пехотинец. Девушки там не было. Нет, а помнишь, она в зале была, ее можно было один раз призвать, чтобы убить фантома красного. Нет, не помню. Ну, а я вот помню. Самое главное, чтобы он сейчас меня первым же ударом не сбросил в лаву. Ты держись подальше. Не-не-не, ты не достанешь. У него очень дизайн смахивает на бару, на балу. Вообще, мне его дизайн на Диабло больше похож. На кого, на кого? На Диабло. Да ну вообще ничего вообще. Похож, похож. Оу, ты чё-то попадаешь под его кулак. С
здесь обманчиво люди бьют по его руке, надо бить по голове, когда он так делает. О, какой страшный удар. Ну вообще на самом деле, если немножко недосчитаешь, он может тебя. Это если ты раньше побежишь его бить, чем надо, тогда ты получаешь. Ну. Ой. А, он умер. Кстати, я забыл прочитать души. Кучу боссов поубивал, а души не прочитал. Ну, Миту и этих. Мита то же самое. Демон из плавильни. Жизнь железного короля забрала существо из железа, наделенное душой. Но был ли этот металлический Голиаф в замке с самого начала или появился из-за нынешности короля? Вот мне всегда было непонятно. Плоть железного короля обуглена, а его душа одержима чем-то, что таится внизу. Что таится внизу? А чем что... он одержим? Ну, скорее всего, что-то от хаоса таится внизу. Хочешь сказать, это же что очень... залит был когда-то? Нет, это, возможно, кусок из... Сюда выходил кусок из залита. Шикарно. Теперь здесь не этот... Не обугленный прах, а теперь тут... Нечто окаменевшее. Какашка, да. Эх, сейчас бы, если бы мы играли на ваниле, у меня был бы уже плюс 4. У меня только плюс 2. Ну ладно тогда. Полетели в Маджулу опять. Да? Ты только не забудь, ты забрал ключ? Какой? Отключил огонь. Нет еще. Ну отключи, забери. Нет, это я отключил, но не забрал еще. Смысл А-а-а. Торопиться. Этот железный ключ нам понадобится. Ну ладно, схожу, заберу. А на сегодня всем большое спасибо, что смотрели мое прохождение. Подписываемся, лайкаем, комментируем. И так далее, собственно. Всем пока. Удачи.